Это у нас не митинг. Я вас прошу, не говорите таких слов. Потому что мы не получали ни санкции, мы на своей земле находимся. Это собрание арендаторов и сотрудников предприятия для того, чтобы объявить, как нам дальше заходить, не заходить. Сегодня утром, в принципе, должны были опечатать наш торговый центр, но радость, к сожалению, да, наверное, радости пока. Судебное исполнение мы передали в Болгарский суд. Поэтому Болгарский суд не смог оформить документы для исполнительной службы, которая должна была выполнять действия по закрытию. А поэтому у нас не видит. Я просто хочу сказать, что наше предприятие живет, работает и будет работать. Несмотря на то, что вы слышали сейчас короткий репортаж или интервью, значит, что вообще дискриминация нашего предприятия и фальсифицируются реальные факты того, что вообще происходит, реальные факты, почему мы вообще на этой земле находимся, почему мы смогли убрать. Дошло до абсурда. Вчера администрация подала иск, и сегодня мы только буквально 15 минут назад получили решение на сносе всех зданий МСО. Я вот если вчера еще знал, что снос каких-то зданий, какие не ведут в эксплуатацию, или незаконно построены, или вообще не на нашей земле договаривались. И сегодня вот решили, то есть все здания, которые в российском кадастре, то есть все здания, перечисленные с кадастра, они все администрация подала иск о сносе этих зданий. То есть это торговое, спортивное, ну, короче, и, кстати, офисное здание. То есть я логики не вижу в этом. Не то, что говорит канал Первый канал. То есть они фальсифицируют, они подстраиваются, видимо, под те влиятельные, как говорится, лица, которые, ну, может, управляют нашим городом. Не знаю, что происходит. Я только догадываюсь. Вот, но на самом деле я хочу вам сказать правду, которая есть. Вот. Мне немного там фильмы рассказывал. То есть мы завод уже построили 40 лет назад, и все здания, которые сейчас есть на этой территории, они в здоровую эксплуатацию еще 30 лет было. Эти здания, которые губернатор говорит с экрана, и, ну, все сама СФС, которые, как говорят, торговый центр, 4 из 5 из здоровой эксплуатации. Это неправда. Во-первых, торговый центр у нас состоит из 3 зданий, уже не из 5. Во-вторых, значит, первый корпус, второй корпус, это первое здание. Третий корпус, там, где кинотеатр, это второе здание. Значит, третий корпус, он введен в эксплуатацию, то есть не введен, а получено право собственности, значит, которое позволяет нам эксплуатировать. И другой формы не было в российском праве, когда мы зашли в российское право, да, ну, в российское законодательство. Другой формы мы нашли, то есть губернатора предыдущего, когда мы сказали, как же его вести, как сделать. И дело в том, что мы были в 90-е назад, это знаем. И то, что мы в кинотеатр пристроили, там было получено разрешение на строительство. Мы построили разрешение, это большой зал. Все остальные кинотеатры, они были в ЦК, и если бы там не было кинозала, то какое-то здание имело право, как говорится, эксплуатироваться без всяких изменений. А так как мы изменили целевое назначение, то все равно надо было заново ввести, да? Но мы не могли сначала 2 года, вы знаете, не было никаких регламентов, как бы. Затем, значит, появился, как говорится, путь, это только через суд. И в суде, чтобы было всем понятно, то, что мне противно слушать, когда я возвращаю факты и по некоторым каналам, по информации, вчера я вообще в Славе Севастополе даже удивился, но Слава Севастополь, то есть это газета, которая Славе Севастополь, земли мусоры находятся на территории сельхозназначения, это Слава, да, я к этому вернусь. Вот. То есть это корпус, чтобы сдать, чтобы суд был такое заключение по праву собственности. Он проверил все документы на экспертизы. Значит, у нас экспертиза, кстати, на третий корпус российская, московская экспертиза, даже не севастопольская, не крымская. Мы провели весь перечень необходимых работ,
для того, чтобы вывести, мы его получили это право через суд. Но с трибуны, с экрана, везде говорят, что у нас не введен в эксплуатацию. Девятый корпус, мы его построили в украинском мире, произошли вот эти переходные периоды. Мы вводили уже в российский период, мы получили ЗОС. ЗОС это заключение о соответствии с ними. У нас все экспертизы, у нас есть расчеты рисков там. То, что вот говорят, что безопасность Мусуры, там какие-то находят люди, которые не понимают ситуацию. Когда люди говорят, что тут опасность, ведь как же так, вот да, вот там случилось. И вот когда мы все ожидали, что случилось с ними, конечно, приняли. Для меня страшная трагедия. Я даже приветствовал в начале проверки. Говорю, правильно, проверяйте нас. Покажите, что мы неправильно делаем. Оштрафуйте нас. Но я тогда еще сказал, я говорю, что это единственный перегиб, который вы сейчас произошли в нашем городе, в других объектах, но по нашему объекту. Вот. И этот перегиб произошел. То есть, пятый корпус, получили ЗОС, мы первый раз попали в ВФЦ, через ВФЦ, и дальше в эксплуатацию 9 корпуса. Нам отказали, одна из причин последних, ну, причина. Не ценовое использование земли. Да сколько можно об этом все время говорить? Ну, вчера стало с Костоком на центральной странице, они пришли, значит, заголовок земля на сельхозназначение. У нас съездили, когда стали, значит, уже когда спрашивают оценщики земли, которые оценивают нашу землю в том числе, говорят, ну это было оставлено, ну это первый кусок. Он находится на сельхозземле. А я взял вот так, почему так решили? Он говорит, ну так, это все знают. Говорят, все уже знают, что тут у нас сельское хозяйство. Да, у нас есть видно решение использования, есть цепница, да? Это сельхоз. И у нас есть перечень, и это перечень российские документы. Значит, ну, украинский даже не много вообще, да, написано «смешанное использование земли». То есть это как положено, и есть решение 15-го года о том, что торговый центр находится там правильно на земле, и мы полноценно используем, мы по правде, мы по правилам, по закону стоим на этой земле. И мало того, в начале этого года есть поправки к законодательству земельного кодекса, где четко написано, если земля не соответствует постройке, даже если бы у нас не соответствовало, ну почему бы закон не считали? Если здание не приносит вреда населению, экологию, историческим памятникам и культуре, вправе оно будет существовать, надо произвести соответствие земельного назначения. Старые даже не дам срок на выполнение, потому что это не есть нарушение, это не есть вред для людей. Я считаю, вред для людей – это закрыть торговый центр и дать время на устранение ошибок, которые нашли. Это что касается твоих сдачи, вот это я говорю. Касаясь спортивного комплекса, который закрывают. Эти здания тоже 30 лет назад, или 25 лет назад, были сданы в эксплуатацию. Но у нас изменилось целевое использование вот, гостиницы небольшого, да, на беспросвенном там, в общем-то, для нас соревнования построили. Там расскажу, вот сейчас гостиница. И в спортзалах мы проводим мероприятия, то есть мы проводим экспертизу. Значит, несущих конструкций, мы провели, значит, ну, установили, понятно, пожарные обеспечительные, гостиницу, наш помощь, у нас там сигнализация, все системы работают, и когда отправляешь СМЧС, там, больших нарушений, там, это чуть нашли, чем надо было. То есть, замечание, практически, от несущих этим вообще отсутствует. Вот, но в спортивном комплексе сейчас у них проект на работе, и сейчас у них еще туристов, у них есть некоторые такие как бы затянутые процессы. Но вы помните, спортивный комплекс не единожды становился лучшим комплексом спортивным в городе Севастополе, и наш торговый центр еще с украинской фирмой награждали лучшим комплексом. В российском периоде наше предприятие было самым крупным налогоплательщиком.
Потому что вы все одинаковые, как бы, больше чем. Когда это из вас какая-то красивая, чтобы вы официально платили? Или ничего не шел тут? Потому что то, что было, допустим, в украинском мире, мы слушаем внимательно, он где-то даже видео снимает.